Привет всем! Мы сегодня готовим тыква, запеченная в духовке. В общем-то, это получается достаточно легкое, очень вкусное, сладкое блюдо. Делается, во-первых, оно очень достаточно быстро. Вот. И в то же время получается сытное и очень приятное. Если у кого-то плохое настроение, всегда поднимется именно от этого блюда. Сейчас покажем, как обычно, все ингредиенты, какие нужны. Тыква, запеченная в духовке, мы сегодня готовим. И вот я хочу показать, какие ингредиенты нам понадобятся для этого. А именно. Значит, понадобится, ну, естественно, нам понадобится тыква. Кусочек я вот отрезала, я ее помыла. Буду дальше рассказывать, что делать. Немножко я еще буду брать сахара, мед. Потом буду использовать. Если у вас мед такой более сахаристый, уже загустел, значит, растопите его на водяной бане. У меня жидкий мед. Немного тыквенного масла. Еще и специи. Мускатный орех, корица. Мускатный орех у меня уже такой молотый. Если у вас есть вот такие орешки мускатные, можете их взять, потереть на терочке. Разницы, в принципе, нет. Это уже у меня готово. Итак, занимаюсь тыквой. Ну, естественно, нужна будет жаропрочная форма. И фольга для того, чтобы напечь. Так, занимаюсь тыквой. Тыкву я нарезаю, ну, вот такими кусочками, где-то 3-4 сантиметра. Духовку, когда будете нарезать тыкву, разогрейте ее заранее, чтобы быстрее у вас все получилось приготовить. Для духовки. 200 градусов поставила. Все, и шкурку просто снимаю. Я знаю, некоторые готовят со шкуркой, даже вот запекают, но так лучше, то есть ее уже не надо будет счищать, просто кусочки уже вы можете потом брать и кушать. Приготовлю, ну, формочка у меня не сильно большая. На один раз. Сегодня мало людей кушает, поэтому из того кусочка, что останется из тыквы, можно будет завтра приготовить что-то. Ну и разрежу вот так. Все делается очень просто, ничего сложного нет. Формочку выкладываю вот так кусочки. Произвольно. Порежу так, чтобы уже все поместились, которые я нарезала. Запечь. Тыквенное масло буду использовать. Можно использовать подсолнечное, но тыква и тыквенное масло, это понятно, что как бы просто чуть-чуть вот так вот поливаю, для того, чтобы просто сами кусочки тыквы, они не подгорели в духовке у нас. Тыквенное масло, ну, вы знаете, его надо хранить при температуре не выше 25 градусов, иначе оно теряет свои питательные и ценные свойства. Все, вот, подготовила. Ни сахара, ни меда на этом этапе не нужно будет. Буду сейчас запекать, ну, минут 25. Потом покажу дальше, что делаю обычно. Накрываю фольгой, чтобы она как бы вся пропеклась, но верх у нее не загорелся и не почернел. Отправляю в духовку. 200 градусов, 25 минут. 20 минут была тыква у меня в духовке под фольгой. Значит, фольгу сейчас я снимаю аккуратно, потому что там вот она жарится, парит. Снимайте аккуратненько, чтобы не обжечься. Смотрите, она вот уже у меня такая мягкая. На этом этапе
Ну, я делаю так. Я ее немножко еще посыпаю молотым мускатным орехом. Если вам не нравится, вы можете не посыпать. Чуть-чуть. Так буквально только для аромата, для запаха. Беру сахара немножко. И буквально по вот так вот чуть-чуть каждый кусочек подсыпаю. И сейчас поставлю в духовку еще на 200 градусов на 3 минутки. Для того, чтобы просто вот сахар закарамелизовался, тогда она будет такая более привлекательная, более вкусненькая. Ставлю в духовку опять уже без фольги. Тыква, запеченная в духовке, вот получилась она мягенькая, такая ароматная. Значит, я ее достаю на тарелочку, на которой мы будем кушать или подавать тому, кто будет кушать. То есть сорт у нее сладкий, поэтому даже сахар, может быть, был бы и лишним. Сверху мне нравится ее посыпать молотой корицей. Если вам вообще корица не нравится, то вообще не посыпайте. Значит, вот так для аромата уже можно слышать, как корица падает на теплое блюдо, разносится аромат. Вот так вот я притрушиваю для аромата корицы. И немножко, как бы для подачи, вот так вот медиком. Кто любит более слаще, полейте больше. Вот такое незамысловатое блюдо. В то же время оно очень полезное. Легко готовится. Приятного аппетита! Да, съешь, может, поднимется настроение. Очень вкусно получилось. Я думаю, вам понравится тоже. Кто-то мне написали, что в одном из роликов, что я недостаточно эмоционально ем, что ли, для того, чтобы показать всю прелесть блюда, которое у нас получилось. На самом деле получилось вкусно. Попробуйте, может быть, вам тоже понравится. Даже я уверен, что понравится. Ставьте лайки, палец вверх, как обычно. Пробуйте, готовьте. Всем пока.